Движение по спасению Родины, и в частности входящее в ее состав АРФ Дашнак Цюцюн, не обсуждало вопрос о поддержке экс-президента Роберта Кочеряна на досрочных выборах в Армении, если таковые состоятся. Как передает канал 13, об этом представитель верховного органа АРФ Дашнак Цюцюн, координатор движения по спасению Родины Ишхан Сагателян, заявил в интервью «Спутник Армения». Ранее второй президент Армении Роберт Кочерян объявил о готовности вместе со своей командой участвовать в досрочных выборах в случае их проведения. Более того, Кочерян подчеркнул, что намерен победить. «Мы считаем неправильным сейчас обсуждать вопрос участия в выборах, когда еще нет соответствующего решения. Мы подтверждаем приверженность ранее представленной нами дорожной карте и идем в этом направлении», – отметил Сагателян. Он также подчеркнул, что сейчас главная задача – отстранить правительство от власти.